1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Денис Ушаков, вопрос. Денис, что в ответ там за травму была в начале сбора, как здоровье, по взаимодействию группе? И тебе, и Финн Фарсаламовичу вопрос, это впечатление от мужиков, вы побыли в поле, в центре, посмотрели вокруг по трибуне, какие ощущения? Ну, со здоровьем все нормально, в принципе, в последней игре за «Спартак» получил травму, но все обошлось. Так что в общей группе тренируюсь, а по ученикам, ну, то изменился стадион, не знаю, это один из лучших стадионов именно в России, потому что непривычно беговых дорожек нет. Поле хорошее, настоящее, привык к искусственному, но сейчас, я думаю, самое главное – это игра на матче с сборной Аргентины и порадовать своих болельщиков, потому что очень много таких болельщиков. Вопрос Денису Глушакову. Лионель Месси сказал, что совершит паломничество к церкви Святого Николая, если сборная Аргентины выиграет чемпионат мира. А что вы сделаете, если сборная России выиграет чемпионат мира? Какое издание вы представляете? Извиняюсь. Сергей Беляков, Рубест Ньюс. Портал, да? Да. Да что хотите, что придумаете, что и сделаете. Но все готово. Главное выиграть этот мир. Интересно, как Ушаков будет себя чувствовать, если за 4 дня уже знаешь, что не играет. Возьмет свою ротвич и уедет. Да? Зачем? И так, что такие вопросы, да? Алексей Лебедев, московский комсомолец. Денис, вопрос к тебе. Станислав Саламович рассказал о том, что много побед связано с этим стадионом. Я лично, наверное, выделю. В 90-м году в такие же ноябрьские дни «Спартак» обыграл Наполе, когда Станислав Черчесов был в воротах Наполе с Марадоной. Поэтому, мне кажется, параллель с Месси просматривается. А у тебя, Денис, вот какие главные воспоминания об этом стадионе, о каких победах в первую очередь вспоминаются в связи с лужниками? У меня побед здесь особо не было, потому что я играл на другом стадионе. «Спартак» принимал всегда в Лужниках, можно сказать, не было своего стадиона. А когда у нас в «Спартаке» появился свой стадион, мы играли всегда на открытии. Так что и только в первой лиге за «Звезду» Иркутска обыгрывал здесь «Торпедо». 2007. Да. Но я имел в виду как у болельщика еще, в том числе вот тот же матч с Наполи, помнишь, когда главный тренер ворота чудеса творил? К сожалению, не помню, помню «Спартак» с «Арсеналом». Ну, я думаю, не стоит не повторяться. Станислав Саламович еще сказал, зачем думать о жребии. Это чемпионат мира, приедут самые сильные сборные. Я думаю, тут разницы нет, с кем играть. Со всеми будет сложно. Я не знаю, будет ли завтра сборная играть новым мячом, но сборная уже примерила обновку, форму видео фотографии, и наверняка мяч потрогали. Какие впечатления, во-первых, эстетические от формы, потому что она подверглась критике, да, это Денису вопрос. И, конечно же, какие ощущения от мяча, как какие-то уже наши фишечки крутятся или летит не так? Ну, по форме, я думаю, у всех вкус разный. Мне очень нравится форма. Во-первых, она яркая, красивая, соответствует, наверное, сборной. Та, которая сборная играла, ну, чемпионат Европы, да, там было еще не помню. Вот, и... А по мячу я могу сказать, что очень мяч понравился. Первый день сегодня тренировались, ощущения оставил хорошие. Во-первых, он так летит непредсказуемо, как дубланин, наверное, можно сравнить вот с этим мячом.